Привет. Ну давайте рассказывайте, что там у вас. Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья мои, рад вам сообщить о том, что сейчас мы немножко расширяем свой канал. Некоторые подписчики знали уже об этом и знают, то есть то, что я провожу скайп-консультации. Ну, правда, эта услуга платная. Стоит она 500 рублей, не такие уже большие деньги, я бы сказал, собственно говоря, вообще смешные деньги, с учетом того, что сколько у нас сейчас стоят курсы дрессировок и так далее. Ну, в общем, суть не в этом. Если кто-то захочет получить от меня непосредственно в визуальном контакте, видя проблематичное животное, чтобы я видел хозяина этого проблемного животного какого-то, ну, или там щенка вы, положим, приобрели, для того, чтобы я провел вам именно скайп-консультацию, то есть в прямом визуальном контакте, вы получили ответы на все ваши вопросы, пожалуйста, сообщайте мне на почтовый ящик, пишите на e-mail. Мы с вами заранее определяем время, обговариваем все условия нашей скайп-консультации, и созваниваемся, и уже непосредственно в прямом визуальном контакте решаем проблемы вашего животного. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Спасибо всем. Поэтому сейчас приучайте потихоньку к ошейнику, к поводку. Пусть он просто болтается, пусть вы его на минутку пристегнете. Потом на 2 минутки пристегнете. Потом просто поиграете с мячиком. Вот поводок в руках у вас, вы раз пробежали, сбросили ему этот мячик, который сейчас бросаете, что там тряпочная игрушка какая-то.